Косты. Косты пошли. Полз Глория 207 рублей. Вот она зеленая. Размеры. Коста гибридная Катерина. Очень даже красивая, голубая. Двуцветная. 233 рубля. А потом Коста Тамбурин. 185 рублей. И Коста Блумаус Ирс. Голубой, ушки голубой мыши. Она карличек. 15 на 30 сантиметров размер. Зарастается. И 138 рублей. Внизу Лиатрис колосковая. Анемона корончатая. Махровая. Ред Бордо. А нарисована не махровая. 207 рублей. Сколько там штук? Штук 10. Голубая Блю Бордо. 207 рублей. Какая еще розовая? Вот это махровая на картинке. Пинк Бордо. Белая. Лайт Бордо. И пион молочный цветковый. Шерли Темпл белый. Картинки махровые. Молочный цветковый. Потом официналис. Розе Аплена. Пион. Все 207 рублей. Все пионы. Это розовый лекарственный пион официналис. Переводится Александр Флеминг. Травянистый пион. Молочно-цветковый. Дюшес де Немур. Я уже схватила две штуки. Он пахнет ландышем. Молочно-цветковый. 85 сантиметров. Старый сорт. Травянистый Адольф Руссо. Тоже официналис. Рубра Тулена. А это вот лекарственный, красный. Насколько он красный, неизвестно. Не написано. Темно-красные. Ну, хорошо, если не малиновые. Так, молочный цветковый Адольф Руссо. Да, очень даже неплохо. Древовидные. Тайная страсть. О, красный 267 рублей. 200 стры. Орнамент. Все 260. Беленький. Снежная крепость. Вот это. И древний дворец. Летний дворец. А, летний дворец. Потом очаровательная весна. Золотая россыпь. Хайнун желтый. Персик под снегом. Серебристый ручей. Серебристый ручей. Red with pink. А вот это что? Ночные березы. Какие-то названия. И серебристый ручей. Алая волна. Он и древовидный. Фиолетовый. Что-то он дешевый. Просто фиолетовый. Зеленый шар, 605 рублей, древовидный. И хайнун, древовидный. Пион травянистый, белый журавль. И летящий журавль. Еще кто это производит? Посмотрю сейчас. Импортер цветочный вальс. Но я подозреваю, что это китайский название. В России написано 460. Не написано. Ну, по названиям китайские. Название травянистых. Ричи травянистый. Голубая жемчужина. Ой, какой интересный золотой амулет. Песнь ветра. Что характерно,
по предыдущему опыту, вот оценник «Песнь ветра» 312, как и «Золотой амулет». Оригинальная картинка, но вырастает не всегда то, что на картинке. Бегония клубневая белая, розовая, мармарата и микс. Красивые картиночки. Калла Пикассо, Одесса. Это что? Это Калла. Black Magic. Ну, тут перепутаны, видно, местами. Черное, желтое. Глоксини. Вот двух цветов. Георгины еще. Диспенсерный. Йоло. Георгина. Помпонная. Леатринская носковая опять. Георгина декоративно 290 рублей. Опять на галерею мелко. Black Touch. Белая Snowflake. И декоративная. Название так и не поняла. Риан. И Red Rock. Георгина. 267 рублей.